Всем привет! Мы на канале вместе с Машей! Сегодня мы будем делать облако, которое светится в темноте из новогодней гирлянды. Для облака нам понадобится новогодняя гирлянда, бутылка, вата и горячий клей. Для начала нам нужна вата, чтобы ее распушить. Так делаем, так распушаем, чтобы было пышное облако. Вату мы распушили, теперь нам надо обклеить бутылку этой ватой. Давай, Оля, бутылку. Берем горячий клей, Машенька, вату. И приклеиваем. Ну сколько? Да, горячим клеем вату. Вот так. И обклеиваем ее дальше. Вот это теперь я. Потом ты, Оля, мама, не будем мы помогать, Оля. Ну, сейчас я. Так, по очереди. Мам, не будем по очереди. Вату необходимо приклеить ко всей бутылке. Везде приклеить надо вату. После того, как приклеить, надо заново ее распушить. Вату давайте. Так, мы уже приклеили нашу вату. Надо ее распушить немножко. Девочки, помогайте. Чтобы у нас было пышное облако. Пышное. Теперь нам надо засунуть туда, в бутылку, нашу гирлянду. Сначала мы ее выключим. Где у нас сначала? Помогайте туда смотреть. Сейчас встану. Давай. Ой, я тоже хочу помогать. Долго так. Длинная такая. Так быстрее, Маш. Конечно, быстрее, да. Оля успела. Гирлянду новогоднюю мы туда уже засунули. Теперь надо включить. И выключаем свет. Ух ты, ух ты! Как она сияет! Ух ты! Получилось, девочки? Да! А теперь давайте попробуем поменять гирлянду на другую. Вау, она тоже сияет разными цветами. Мы поменяли гирлянду на разноцветную. И вот что у нас получилось. Мне нравится красный, не острый. Еще можно переключать на разные скорости. Не зеленый. Маш, переключай. Красный. Нет. Бежевый. Зеленый. Зеленый. Так оставим. Облако получилось. Вау. Самое красивое облако. Вау, какое оно нежное. Всем пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем пока. Смотри, Маша. Маша, всем привет.
пока попасет. Мили моя сот, мили моя сот. Лита, кончился.